Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я продолжаю проходить Need for Speed Most Wanted Black Edition 2005 года, 8 серия. Так, сейчас мы немножечко убавим звучка, чтоб меня опять хорошо было слышно, потому что в предыдущем ролике вроде меня очень плохо слышно было. Либо это микрофон тихий был. Так. Продолжим карьеру. Черный список. Так, сколько, кстати, пройдено там? 40%. Что-то это мало очень. Хотя я там еще... Нормально так. Игроков перед нами. Из черного списка. Типов. Так, ну что, для размен, как всегда. Вот это. Где, кстати, меньше километров ехать? 13, 12, а здесь мало. Так, вот это, я думаю, и выберем. Оп. Плохо. А где там, кстати, этот пул? Тут, короче, просто маршрут надо изучать. Ой, путаю кнопки. Сука. Так, нам надо, ага, все понял. Едем. Едем вот отсюда. Блять. Сука, я хуй знает, где ехать. Давайте отсюда попробуем. Вон, по кайфу. Говорю же, маршрут просто изучать надо. Запоминать его. Так, тут еще спринты есть, ух ты. Не так уж и долго ехать. На самом-то деле. Что-то крутит машина. Я не понимаю, машина крутит как-то странно. Не понимаю, почему. Что за бред? Машина просто крутит само по себе. Окей, учтем этот поворот. Что в него надо гладко въехать, и сюда тоже. Падла, стопэ. Он скоро приедет уже. Скоро финиш, точнее. Ё-моё, какие здесь повороты. Лютейшие. Сука, падла, отстань от меня.
О, найс. По кайфу. Полетели следующую. Так, пока не будем идти. Вот спринты мне по кайфу, я смотрю, по 7 этих, по 7 километров. Окей, учту то, что вниз надо будет поехать в следующий раз. Нихера себе. Летит. Лол, он что, это специально сделал? Почему он как дебил просто отдался, врезался в грузовик? Дурень. Ой, вот это плохо. Это сейчас критично было. Фига тут дорога. Найс. Если будешь почивать на лаврах и не готовиться к каждой гонке, можешь не мечтать о победе. К любой гонке нужен подход и специальная регулировка. Особенно капризничает привод. Если на трассе много крутых поворотов, лучше сделать ставку на акселератор. А если шоссе прямое и ровное, плевать на все, кроме скорости. Вариантов по стройке полно. Машинки у нас умные. Правильно приласкаешь ее, она тебя вывезет. Посмотри в меню паузу, разузнай, как отрегулирует свою деточку. Ну-ка, стопай. Как сообщение включить? Ладно, я понял. Чё там? Регулировка? Что такое? А, это город, типа, или чё? Не понимаю ничего пока. Ладно, если что-то надо будет, надеюсь... Надеюсь, короче, ничего не надо будет. Потому что я ничего не понял. Давайте next sprint. Ой. Спасибо. Блин, машинка быстро разгоняется. Ну.
Найс. Че там еще один спринтик можно? А, или спринты закончились. 4 гонки пройдено, а вот эти, в принципе, 3, если сделать, по кайфу будет. Нет, я... Че эти по 8? Это вообще 6. Можешь попыточку кинуть сюда. Все-таки километров 6 там. Немножечко, наверное, нитро сэкономим. Все-таки здесь не обязательно, кто ты, какой ты, точнее. Первый или второй, главное проехать быстро. Вот это главное. Двести семьдесят четыре. Здорово, пацаны. Все, надо нитро скопить. Без нитроса, нитро за нитро, короче, без нитро не вывести эту игру. Здесь главное не врезаться. Здесь 55. На. Если бы я врезался, был бы ГГ. Короче, надо на фулл скорости ездить постоянно на это, на этой местности. Двести десять. 180. Серпантины эти. Сто семьдесят шесть. Из катка. Сколько? 1030. Ладно, нормально. Что там еще есть такое? 8 километров. Ой, так делать не надо. Один влетит в тачку. На фулл скорости. 252. Нихера себе, там по 280 типа едут. Да, главное не останавливаться, опять та же, грубо говоря, трассы похожие. Здесь 55. Не, это проёб. Сразу говорю. Типы какие-то просто лютые. Как они так ездят? Нам дают разогнаться, в общем. И надо максимально скорость врубать. Вот этот черт мне сейчас помешал. Сучи. Чертильник. Ладно, будем переигрывать сейчас. Поймем свою ошибку. Сейчас, если разогнаться, в принципе, на максимум. И не трос на максимум врубить. 270. Ну, сука, это не спасло меня уже. Еще если нас менты спалят, вообще бред будет полный. Начать заново лучше. Сразу, сразу. Потому что там и менты, и все дела вот эти вот.
скорость потеряла, плохо, сейчас наберем. Причем быстрее надо набирать сейчас. Плохо. Не, нормально. Наконец на уличных гонщиков. Ну сука, ебаная. А, не за мной, слава богу. Мало. Меня сейчас обгонят. Нет. Вот тут самое главное. Подрубка на максимум. 268. Ой, меня трогать не надо, сука. Ну, 210. Мне главное до финиша доехать. По кайфу. Сколько? 1300. Так, впереди у меня тоже была преграда, но все же я проехал. Я через машину проезжаю. Прикол. Вертолет сразу, вы чё, крыс что ли? Ой, там это нет. Меня трогать не надо. Не вижу ни хера. А вот. За мной? А ты чё, чёрт? Ты чё не сдох? Тихо, вертолет, я ничего не вижу. Пизда мне. Ух, пизда! Пидорасы! Вот пидоры, а. Пошли нахуй, блядь. Сука, блядь, гандоны. Рот ебал ваш. Пидоры. Отъебитесь от меня. Пидрилы, бля. Общество мы 10 тысяч, да и похуй мне. Я, блядь, гоняюсь, тут гонка у меня, а вы, блядь, трогайте меня, сука, педики. Так. Чё там я хотел? Эти гонки выполнены. 13, 12. Нет, это... За круг. Так. Дистанция, вероятность погони минимум. Максимум, минимум.
Минимум. Вот, вот это давайте. Чтоб от меня отъебались. Менты эти, суки. Блин, а их контрить сложно очень. Носорогов. Есть против них контра? Машину просто крутит туда-сюда. Вот это черт. Эта серия должна быть быстрой, если я пройду сейчас гонки и пари выполню. Это будет очень хорошо. Потому что у меня рейтинг-то есть уже. Хватает рейтинга 2 ляма, 30 тысяч. Тракторист тысяч. А, быстрее. Но нахуй въебался, ёбаный в рот. Пиздец, я в ахуе с этой машины ебанутой. Пиздец просто. Тачка сама по себе просто влетела, сука, животное. Развернулась. Тупица, сука. А, блядь, где? Где, блядь? У меня машина развернулась. Ебала, блядь, тупорылая. Всё, пизда, нахуй. Уебище тупое. Нахуй иди, блядь. Долбоебская машина. В ахуе просто с этой машины. Взялась и развернулась. Давай опять развернись, хули тебе-то легко это сделать. Опять въебалось это говно. Сука, менты петушары. Еще брейтинга все заработали. Схуяли вообще, там 20 машин было. И как вообще носорогов контрить, я просто не понимаю. Сука, конченая, блядь, игра ебланская, нахуй. Текстуры, блядь, на километровые какие-то. Менты, сука, вообще непробиваемые черти. Где-то тут. Давай, блядь. 006, ёбаный в рот. Еще один проёб, и все это ГГ будет. Полнейшее. Быстрее. Ну вон, наши быстрее. Это, сука, развороты ненавижу. Серпантины, сука. Грёбаные.
Last, по сути. По своей сути, Last. Должен убить. Контрольная точка ластовая. Быстрее. Седьмая гонка. Вин. Все, остались пари. Да лол, как это выполнять? Только камера есть. Сколько говоря. Кстати говоря, сколько надо? 180? 173? Это вообще не Unreal, задания какие-то дропают сейчас. Но пари, допустим, есть. 255. Нитро, конечно, не фул. Или фул. Не вижу вообще. Ёбичная машина, которая мне помешала. Да закрой рот свой, сучка. Здесь вообще Unreal как-то проехать на 180. Что-нибудь еще известно? Не трос. Я гонку не хочу. Отсюда попробуем. На нахуй, долбоёб, блять, ебаный. Въебись нахуй в стену, животное ёбаное. Ты что так и можешь, блять, тупая машина. Мент где-то здесь должен быть. Быстро нахуй проедем сейчас все. Гандон, блять, я в рот тебя выебу, пидорас. Сука, блять, на тебе, уебок, умри нахуй, пидор, блять. Выполняешь задание, сука, здесь черт, блять, этот ебаный. Этот дебил этот куда-нибудь врежется, да и все. И конец. Сейчас врежется. Ду. Ну, ладно.
Да, минус один. Минус один даунич. Минус вторая машинка. Все, nice. Слава богу. Отпустила. Сука, блядь. Обидно. Не хватило немножечко. Ёбищная машина, рот ебал ваш. Да, блядь, ты ебал, да как это проехать-то, рот ебал, блядь. Как нахуй? Как это проехать, даун? Тут 255 выполнять, чем этот бред. Тупорылый. Как там 180 вообще можно проехать, когда ты поворот въезжаешь? Если 220 где-то набирается, то можно попробовать. Не туда поехал вроде. Сука, падла. А, 255. Потом 250. Мент, саны. Откуда он там взялся? Мне интересно. Гиркинг. Откуда? Диспетчер, Чарли 23. Диспетчер, я свободен. Черт, опять превышение скорости. Преследую. Нарушитель на черном Митсубиси. Скорость выше 120. Нужна поддержка. Срочно. 34, Чарли 23. Подкрепление уже выехало. Да как ты, черт, видишь меня? Сука, вот там и сиди, животное. Наш преследуемый куда-то девался. Мы собираемся прочесать место. До связи. Внимание. Прежде чем скрыться, нарушитель двигался на юг, мимо парка. Выезды из района будут перекрыты. Сейчас. Давайте, до свидания. 250 едем. Это 2 Дельта 4. Мы к югу от вас. Приближаемся. Группе Дельта, внимание. Отбой погони. Всем продолжать патрулирование.
Не там поехал. А, не. Сука, дерьмо. Сто восемьдесят надо попробовать. Да ло, это Unreal вообще все здесь. Не, в гараж надо. Я знаю, что мы сделаем. Мы, короче, сохранимся. Продолжить карьеру, черный список. А это так работа будет, интересно. Не, вот это говно, это вообще Unreal. А вот это может получиться. Если мы, вот мы, допустим, здесь. Ой, да зачем вообще жить-то тогда, если с горы даже набрать 250... Тупое животное. Даже с горы набрать не может 255 километров. Тевочище. Давай, где ты, ментары? Давайте, быстрее, я в нем врежу сейчас. Он подох. Я не снижаю скорость, мне поливать. Я тебя убью, эту падлу. Быстрее. Дф, на тебя, сука. Дебил. Оп. 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 Давайте, где вы? Здорово. На тебе, падла. На всем вам. На. Ты тоже хочешь? Ну, давай, иди сюда. Жаль, тачка не минусанул. Натовскую. Дух. Тачки. Это что, на полицейскую зону? Да с другой стороны, ладно.
Давайте вот отсюда попробуем поехать. Потом сворачиваем налево, отсюда ведь, да? А потом едем вниз. Вот так. Да идите за мной, за мной, за мной. ГГ, минус ты, чел. Ты минусанулся, да, дебил. Мусор. Худший. Давайте. Еще где есть кто? Дыщ. 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 Обидно, не успел врезаться. Тыщ. Внимание, прекращайте погоню. Последние данные о нарушителе на экранах. Ладно. Возвращаемся к пари. Здесь 50. Ну это вообще, короче, невозможный пари. Нет, я уже вижу по своей скорости, что я не проеду. Надо брать больше скорости. Медленно, это бред, лол. Я 180 ехал, сука, тупая игра. Идиотище. Чем как-то я разгоняюсь, машины передо мной гоняют, суки, тупые. Почему? Почему здесь так много машин? Что я сделал? Что я сделал? Почему там... О, да сука. Просто идиотизм. Опять машины просто едут и едут без конца. Я уже вижу, я не проеду, потому что конченые машины. Идиотские. Опять машины едут. Когда я еду с стартовой точки, где мне говорят, машин нету. Опять машины. Откуда эти конченые машины здесь? Почему вы конченые машины не можете уехать отсюда? Животное. Как мне еще разогнаться больше? Сейчас мент тут будет. Скриньте. Животное тупое, сука. Мент, здравствуйте, я заспавнился, я ждал вас, животное. Я вас ждал, животное. X3. За что X3? Лёль.
Не понимаю, как это работает. Надо притормозить, надеюсь, он перестанет стиховать. Дебил, мент. Что тебя вообще работать взяли, животное? Кончена машина просто застопорилась в упор. Опять. Опять! Просто она стопится! Животное тупорылое. Где мент этот? Тупорылый. Дай я в него въеду, сука. Пырь. Давайте медленно ехать. Тупиц, просто тупиц. Да вот тебе тоже, на, сдохни. Нихера, там три машины, четыре. Дуф, нифига вы набросились. Хирит за мной тачек едет. Ху-ху-ху. Так, вот тут сейчас надо вот это вот сделать, эту гадость. Ху-ху. Где заправка? Сука, я ненавижу заправки. Да иди ты нахер, тупорылая тварь. Которая просто разворачивает, поворачивает, все может делать. Тупица, сука. Я потерял его. Начинаю поиск. Он занекается и засейвится. Внимание, прикрытие. По последним данным, код 6 ехал на восток. По Гастингс Роуд. Оцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Ой. Диспетчер, это Чарли 3, вызывайте 10-8-5, я один в районе. Диспетчер, мы задержали одного. Кажется, внимание всем. Код 6 все еще на свободе. Хоть рейтинга подняли немного, но нам пригодится еще. Я думал, это будет быстрая серия. Точнее, чел. Там же рейтинг-то у нас уже есть. Слишком, сука! Черти, вы от меня отстанете? Сука, чертила. Отвалите от меня, животные. Опять мне ныкаться надо за этих чертей. Быстрее давайте. Где нычка?
Диана. Быстрее. Все, я ебал, короче, не буду это играть. Ой, здрасте. Давайте я вас тоже задену, не скажу. Объект в парке, прием. Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? Сука, они такие тупицы. Ой, боже. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 двигался на юг. Сука, два дауна. Попался. Куда ты едешь, даун? Я сзади. Я сзади, куда он уезжает? Он что, дурак? Проблемы с мозгами? Так, я вас задену, мистер. Пожалуйста, давайте будем гоняться. Вот, отлично, молодцы. Давай, давай. Оп, чуть задели. Нихера ты, жесткий. Охереть, он разворачивает. Я просто в ахере с этой силы. Можно нас всех задеть, парни? Так, я продолжаю. Короче говоря, я решил проверить одну фишечку. Когда, короче, нас менты ловят, просто игру перезапускать. И как я вижу, то, что реально подействовало. Никто нас не этот... Ничего не сделал, никакой штраф не дал. Лол, прикольно. А также я хочу кое-что испробовать. Фишечку, которую увидел на ютубе. Сейчас мы попробуем ее. Так, только мне надо узнать, где этот салон, автосалон был. Так, где этот салон? Так, секундочку. Так, все, я вроде как нашел его. Направляемся туда. Вот этот салон тут ведь. Где он? Дальше. Да, вот он здесь. И как я понял...
Заезжаем сюда. И просто ждем, когда все полицейские на нас полетят. Так, ну не знаю, давайте поставим меточку здесь. А можем мне мышку? Ладно, я понял. Здесь сидим, нельзя в этом режиме мышку. Давайте пари на время. Так. Это где-то в центре. А мышку-то можно, ёпта. Мышку, мышку, мышку. Долбаная игра. Во, мышка появилась. Стоп, нет. Ты что, дебля, делаешь? Открой карту, животное. Вот тут где-то. Вот сюда. Так, пусть едет за мной. Там мы будем ждать время. Давай за мной, брат. 10:45. Попробуй его подлезть. Прием. А там не саги. Давайте за мной, пацаки, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Типа туда ж менты что ли залезть не могут. Так, как смотреть-то зад теперь? Смотреть, смотреть зад. Задний вид Д. Русская, что ли? Объект обнаружен, код 3. Попробую его остановить. Раздайте на минутку, я проеду. И сиди сколько хочешь, я так понял. Четыре, ху-ху-ху-ху. 7 минут так ждем, короче говоря. И все. Я даже на паузу поставлю, скорее всего. Потому что 7 минут ждать, это просто обоссаться можно. Так, ладно. Ждем, короче говоря. 7 минут. И все. И полетели отсюда. Так, ну что, продолжаю. Короче, выполнили этот задание. Попробуем сейчас проехать. Оп. Атанэ саги.
слава богу. Блин, надо было подождать, чтобы самолет, вертолет очень улетел. Блин, а по сути ведь уже невозможно от них отцепиться-то. Это уж полная ГГ. Сука, быстрей. Быстро сюда. Быстро, просто, фаст. Просто ныкаемся, пожалуйста. Давай, 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 давай. Молодец. Ну, здравствуй. Меня хорошо слышно? Соскучился по мне? Вот и хорошо. Я тоже стал к тебе привыкать. Закон тут ни при чем. Мы же старые друзья или не друзья. Кстати, тут многие к тебе равнодушны. Вот телефончиком поделись. Надоел ты им, наверное. Да и мне тоже, пока. 3 ляма. Нормально. Ай, 2 пари вот эти, сука. Вот эти 2 пари выполнить и все. Ну, сука, как это сделать? Стоп, давайте лучше вернемся в гараж, сохранимся на всякий случай. Все отлично. И рейтинга у нас теперь нормальный. Еще можно еще так же сделать разок. По сути, это будет считаться законным, потому что полицейские не так запрограммированы были. Они просто передо мной встали и все. Они додумывались объехать сзади. А тут надо, я так понимаю, вот так ехать как-то, да? Потому что по-другому это никак. Нет, не выиграть. Ну сами посудите. Здесь дорога перекрыта. Рано или поздно повышение индекса опасности заставит копов попытаться остановить, а блокировать дорогу. Но разве коп может делать что-нибудь как надо? Некоторые заграждения имеют бреши, или их можно просто обогнуть с края, а наспех собран деревянный шлагбаум вообще куром на смех. С другой стороны, все-таки не забывай перед заграждением притормозить, чтобы выгадать время для маневра. Если придется сбивать автомобиль, бей в заднюю часть. Она все же легче мотора. Ага, понял. На самом деле опаснее всего есть дорога, кажется, почти пустой. Смотри внимательно, не видно ли на асфальте шипов. Если ты по ним проедешь, дальше путь только в тюрьму. Но копы же придурки, они громко предупреждают друг друга по рации о шипах. А ты их слышишь. Окей, спасибо, кто ты? Рок. Окей, спасибо. Кросс. Вот, спасибо за предупреждение. Теперь я понял, что мне делать. Как разворачивать ментов этих поганых. Ага, все, я выловил фишечку одну. Сейчас будем юзать. Надо с той стороны проезжать. С той стороны больше шансов проехать, чем здесь.
Здесь как долбоеб разворачивается на автомате. А вот отсюда шансы вроде есть. А, хотя что я делаю? А, я же нитро собираю. Закись азота, точнее. Закись азота. Все, надо как-то проехать здесь. Сейчас будем пробовать. Вот так. Нету. Ну, почти получилось. Мой бес, я закись включил, получилось бы. Мент сзади меня? Если да, то надо объехать сейчас будет. Ой, на другую точку. С той стороны я тоже немного понял, как это сделать. Проебался. Все, едем тогда туда. Перемещаемся. Теперь пробуем здесь. Сука, если конченые машины не будут мешать, я проеду вообще на изи. Нет, здесь мы перемещаемся опять туда. Нет. Не разогнался я. Если я сейчас это пройду и 255 где надо, то все. Сука, блядь. Это плохо. Я все нитро потратил. Это очень плохо. Пидораска, блядь. Так, я продолжаю, все-таки я решил продолжить. И все-таки у меня удалось пройти порядку каким-то чудесным образом. Минк решил, что ты уже достаточно хорош для его величества. Он ждет звонка. Дальше сам знаешь, не маленький. Так, быстро в гараж. Потому что, когда я выполнял вот это пари, где 180 километров, как я сказал, у меня это не получилось сделать. Вот это. Потом, на этом же пари, мне удалось встретить полицейского. Я думал, блин, опять все провалилось. А нет, получилось выполнить вот это задание как-то рандомным образом. Оно выполнилось. Я сам был удивлен. Ладно, поехали против Минга. Выскочим. Кольцо, истребитель. Окей. Что-то я решил не в следующей серии это вставить. А я думаю, в этой. Все сделаем.
Почему мне это показывает? Типа то, что он на этом... То, что он на финише всегда обгоняет. Тут, я так понимаю, спринт. Или круги. А, стоп, круги вроде бы. Нормально он врезался. Сейчас главное самому не обоссаться где-то на язычном месте. Блин, давно я... Нет, Need for Speed не играл. На видосе вообще какие-то чайники там на дебильных машинах были. Против него гонялись, все в шоке. Добавили каких-нибудь красивых тачек там. Типа против него крутые там какие-то проигрывали. Да каких-то лохов ставили. Да. Это все-таки кольцо. Сколько кругов здесь? Я надеюсь, что не три. А он догоняет. Машина просто развернула, такая конченая машина. Автобус остановил. Грузовичок. Будем надеяться, что два круга. Пожалуйста. Не хочу больше гонять. Пожалуйста, пожалуйста, ну плиз. Спасибо. Все, отлично, второе. Истребитель. Это чё? На вылет, что ли? Я так понял, да. Или кто быстрее проедет на камеру. Здесь капец, не видно ничего. Я так понял, да. Кто быстрее проедет. Блин, сейчас придется запомнить. О. О. Надо попробуем его обогнать на другом. Ты езжай, езжай, мне плевать вообще. Придется переигрывать, походу. Блин, дорога незнакомая просто. У меня шансы малы победить его, если он застопорится где-то. Только. Не-не-не-не. Надо переигрывать. Надо переиграть. Ладно, не буду рисковать. Мало ли, опять заново придется кольцо играть. Попробуем здесь выиграть его.
если скорость потерять в лоб. Нет, ГГ. Надо заново начинать. Не-не-не, там переигрывать 100% надо. Все отлично. Все, пусть она объедет меня. Я не хочу с ним толкаться, бороться, хераться. Просто на спокойно еще проедем. Максимум километров своих, все. Мало. Сука, машина кончена, разворачивается на автомате. Врежься, дебил. Шансы есть, там 20, ну ладно, 15 километров. Побеждает он. Но я чувствую, то, что переигрывать надо. Не знаю, чувство такое. Не-не-не, все-все, говно, блядь, ебаный. Давай, проезжай, Сыктыр. Сыктыр отсюда. Блин, дебильная трасса. Здесь 42. Ха, 173. Давай-давай, обгоняй меня. Только, пожалуйста, быстрее едь, животное. У меня преимущество сейчас. Тебе главное не обоссаться. Вот здесь максимальную скорость выдаем. 249. Пойдет, пойдет. На 215, на 60 километров. Отрыв у меня. Так, ну тут, короче, смысла нет гнать особого. Восемьдесят восемь. На сотку уже где-то проигрывает он. Не, вот тут плохо проедет сейчас. 108 где-то будет. Нет, тут вот отсюда ехать надо. Так, вот тут надо максимально проехать. 269, вообще по кайфу. Держи. Сколько он проехал? Не так уж и много. На самом-то деле. Нет, тут надо выигрывать сейчас. У меня было вначале преимущество, он врезался, походу, или что-то с ним случилось. Thank you.
200 тоже пойдет. 200 нормально. У него отрыв будет сотка. Это нормально, это в плюс у него. Все, вот тут проехать норм надо. 214 пойдет, пойдет, пойдет. Он там в отрыве сейчас нам почти намного больше. Машина конченая. Найс, победа. Найс. Все, иди отсюда. Животное. Хе-хе-хе. Йоу. Поздравляем. Выберите 2 жетона Минк. Так, ну что могу сказать. Тачка, наверное, твоя не нужна. Жетоны это можно обменять на элитные запчасти для остальных. Нет. А чё, можно выбрать одну? Чё выпадет? В любом магазине, нифига себе. О, прикольно. В принципе. Вот, чё за чёрт, ты? Слышишь ты? Вес, а, вон, Вебстер. Вебстер. Чё, сальто с одной ноги и передней. Вебстер всем парит мозги. Парит мозги. Он треплется о тачках, как о науке. Оптимальные траектории, крутящие есть моменты, мечтает выйти в большой спорт и весь день трется в лавках, ищет новинки. Если в машине сиденье, ему пофиг, главное крутой мотор. Вебстер. Найс, погонял у тебя. Нет, ну ты посмотри, вчера никто и звать никак, а сегодня 6-й номер в списке. Ну ты даешь, блин, во кайф небось. Давай еще. Давай, есть же. Где магаз? Я уже около магаза. Так, мне тут тюнинг обещали. Стоп, а тут что? Отдел для своих. Тюнинг, да-да-да. Да-да-да-да-да. Элитные стабилизаторы. Давайте под этот куплю. А, это бесплатно. Закись появилась. Последняя. Давайте берем. Что еще появилось? Подвеска, да? А что я тут ставил затем? Если я сейчас эту куплю. Я так понял, это бесполезные темы там. Тюнинг, ничего нового нет, да? Ну, раз не показывается, значит нет. Вебстера надо выиграть. Трансмиссия откроется. Закись я уж купил. Шины. Шины на максимум. Тормоза. 5-го надо выиграть. Откроются тормоза и еще там. 3-е, окей. По кайфу есть же. А давайте вернемся в гараж, сохранимся и закончим на эту серию. Все отлично. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и всем пока.